Казахстан в сложных глобальных экономических и политических условиях смог укрепить свои позиции и стал лидирующим государством в регионе. Такую мысль высказал азербайджанский эксперт, который считает, что послания главы государства дают мощный импульс реформам внутри страны. Кроме того, Казахстан – инициатор многих результативных международных проектов и в геополитике, и в геоэкономике. По словам Яхи Алиева, то, что в послании отмечаются социальные и экономические вопросы вместе с внешней политикой, это говорит о системном и четко взвешенном отношении главы государства к развитию Казахстана. Я бы сказал, что это послание не только казахскому народу, всему Казахстану, но и всему тюркскому миру, потому что там затрагиваются вопросы как и внутренней, так и внешней политики, повышение пенсионного обеспечения населения в 2019 году, повышение уровня обеспеченности неблагополучных, малообеспеченных семей. И с большим воодушевлением я это воспринимаю, как бывший казахстанец, как человек, родившийся и выросший в Жамбылской области. Это ожидаемый факт о том, что Нурсултан Назарбаев может именно на перекрестке таких времен, несмотря на трудности времен, на трудности в финансовом отношении, мировой кризис, тем не менее, значит, находя все новые и новые резервы, направить их на улучшение благосостояния казахского народа, всех казахстанцев.